Иоганн Пизда. Большое спасибо за донат с текстом. Давай, раз у нас стримы Кала, посмотрим рандомную хуйню из предложенного мне Ютубом, просто хотя бы назло твоим тупым зрителям. Спасибо большое, Иоганн Пизда. Давай смотрим, почему «Принц оф Персия» составался 4 года. Честно, мне, конечно, вообще поебать, но давай посмотрим. Все мы знаем и любим замечательную игру под названием «Принц Персия». Так, а что такое вот это? Блядь, RPTD, короче, потом посмотрю. Все, понял. Но не все знают, как тяжело она далась своему создателю. И после сегодня вот я вам об этом расскажу. Работа над игрой заняла у автора 4 года. В те времена быстро развивающихся технологий это было достаточно долго. Типа, все мы любим игру «Принц Персия». Нет. Наверное, это потому, что создателю не совсем хватало опыта для создания такой игры. И как настоящий перфекционист, он хотел сделать ее идеальной. Вот он, создатель этого шедевра. Джордан... Типичный зритель Моисея Великанова. Мекнер. В 1985 году он закончил Йельский университет и имел 21 год от роду. Мечтал Джордан... Ебать, жучара. Йельский — это ж какой-то охуевший, да, по-моему, университет? Самый охуенный. Как еще раз зовут, типа, создателя? Принц оф Персия. Короче, это вот знаете, о чем история даже? Джордан Мекнер. Кто родители, я просто хочу посмотреть. Его отец — доктор философии, специалист по экспериментальной психологии, бихевиористике. Behavior — это поведение, ну, изучение поведения, короче. Образованию, раннему развитию детей. Его дед — еврей, родившийся в Черновцах, которые тогда были частью Австро-Венгерской империи, переехавшие в США в 1938 году. Короче, о чем речь? О том, что даже если ты гений тех времен, да, вот когда Билл Гейтс, там всякие такие чуваки зарождались, даже если ты мог бы, типа, в теории быть настолько же гениальным, как Билл Гейтс, будучи его поколения человеком, если ты при этом не родился в богатой семье, которая могла бы позволить себе обучение в охуенном университете, в котором есть какие-то самые первые в мире компы и самое первое в мире образование в этой сфере, и ты бы мог из-за этого самым первым вообще, блядь, в мире изучить эту тему и по итогу стать гейм-девелопером или, блядь, создать Windows или вот такую хуйню сделать, ты бы сосал хуй. Вы поняли, да? То есть, короче... Ну, типа, можно сказать, что там условный Джордан Мекнер вот этот честным путем разбогател. Ну, как бы честным, но как бы, блядь, он получил такое образование, которое далеко не каждый настолько же талантливый, как он, человек, в принципе, мог бы себе, ну, вообще имел такую возможность. Поняли, да? И Билл Гейтс тоже, например. То есть, да, он, блядь, типа, там, гений, хуений, изобрел Windows, прочие дела. Но не любой чувачок, родившийся в 55-м году, мог бы там в каких-то уже 70-х закончить какое-то самое первое образование в каких-то самых крутых делах и, короче, изучать компы. Потому что его родаки тоже, типа, не бедные были. Такие дела. О работе в Голливуде писателем-сценаристом. Но на данном этапе жизни ему приходилось подрабатывать компьютерными играми. Точнее, пока что подрабатывать. Игрой. Создал он ее, будучи в университете, и называлась она «Каратека». Это была игра, которая понравилась издателям. И компания Brotherburn Software выпускает «Каратеку» в 1984 году. А Джордан получает несколько лет гонорары с продажи игры, на которой и живет. Хорош. По окончании университета Джордан хочет написать свой первый сценарий, но его издатели из Brotherburn Software сильно хотели, чтобы он создал еще одну игру, по возможности вторую «Каратеку». Правда, эта тема не очень была интересна Джордану, и он захотел создать игру по мотивам сказок «Тысяча и одной ночи». В то время графические компьютерные мощности идеально подходили под восточный стиль одежды и архитектуры. Еще Джордан вдохновлялся фильмами про Индиану Джонса, бегавшего по заброшенным храмам и избегающим ловушек. С этого же фильма он позаимствовал идею о том, что главный герой может удвоить дистанцию прыжка, прыгая с разбегу и зацепляясь руками. Издатели не были в восторге от таких идей разработчика, но они согласились. Отчасти это было от того, что это не растрачивало их бюджет. Мекнер не был штатным сотрудником компании,
и предложил работать за процент от продаж. Это значило, что пока игра не будет готова, компания не должна ему ничего... Ну, а в чем проблема вообще? Согласились, не согласились? Не согласились, да и пошли вы нахуй, блядь. Типа, просто делает чел, что хочет, и ему никто ничего не должен. То есть, как-то он так это все описывает. Типа. Возможно, это и стало главной причиной. Романтизирует какую-то историю. То есть, просто все, чел сделал игру, получает с нее... процент от продаж. Ему говорят, бля, братан, может захуяришь вторую? Он говорит, не, ребят, в пизду, я сделаю другую. Он говорит, ну, дело твое, только бабки мы тебе не дадим. Он такой, да мне похую вообще, и пошел делать. Почему создание игры и затянулось? Ни одна компания не платила бы деньги программисту 4 года безрезультатно. Джордан... Так у него были бабки с той игры уже. Он же подошел к созданию игры. Ему и не платили, и ему и не надо было. Заебись. Основательно. И решил, что его персонаж будет максимально реалистичным. Первым же делом он купил видеокамеру и заснял свой... Ох уж этот бедный 21-летний студент. Первым же делом купил видеокамеру. ...его младшего брата, как тот бегает по парковке рядом с родительским домом. Дэвид не был хорошим акробатом, но зато он согласился работать за бесплатно. Вспоминает об этом Джордан. За бесплатно, только, блядь, камеру надо было купить для этого ценой в хуй знает сколько денег. Видеокамеры в то время тоже стоили недешево. Да что ты, блядь. $2500 пришло. Зато брат за бесплатно. Блядь, за 2500 долларов лучше бы мужичкам каким-нибудь заплатил, чтобы они тебе... У них уже есть камера, у них уже там есть какой-нибудь акробат, тебе бы прям вот все супер... Нет, блядь, куплю камеру за 2500... Блядство. Вот понимаете, что вот в этот прикол тоже. Ты отдаешь $2500 либо за видеокамеру себе и такой, да, у меня видеокамера, блядь, и бесплатно бегает твой младший брат. Либо ты, блядь, можешь за эти бабки на месяц нанять штат какой-нибудь целый, не знаю, сотрудников блядских, там, которые тебе все охуенно сделают, и типа так твои бабки пошли просто в корпорацию, то есть которая сделала эту камеру. И какой-нибудь один миллиардер стал еще богаче, который там владелец фирмы, которая сделала видеокамеру. А так стали чуть-чуть богаче просто работяги какие-нибудь пиздатые. Вот вам, пожалуйста, и вся история. А очень много кто предпочитает, чем людям заплатить, каким-то именно типа техническим средством решить свою проблему. Даже я. Положить из своего кармана молодому разработчику. Поэтому молодой программист отснял все, что ему надо было для начала, и вернул ее в магазин в течение 30 дней. Ах ты бандит хитрый. Вот как он сделал, оказывается. Вложить из своего кармана молодому разработчику. $2500 пришлось вложить из своего кармана молодому разработчику. Поэтому молодой программист отснял все, что ему надо было для начала. То есть, ну, блять, ну... До такой схемы, если честно, до такой блядской схемы я даже не додумался. Окей, окей. Я переигран и уничтожен, вынужден признать. Но с другой стороны, откуда у него было 2500 баксов, просто так, типа, чтобы взять камеру погонять? И вернул ее в магазин в течение 30 дней. Технологий, типа motion capture, еще не существовало, поэтому Джордану пришлось поработать. Купив видеомагнитофон, он проигрывал свою пленку по несколько кадров, при этом снимая экран обычным фотоаппаратом. Затем, на снимках, он обвел силуэт черным фломастером и выделил нужные части светлым цветом, отсканировал результат и уже потом нарезал их в памяти компьютера. Создав и увидев на экране первую бегущую фигурку, Джордан осознал, что его игра будет шедевром, так как никто такого ранее не делал. На это у Джордана ушло почти год. Технологии были примитивными. Отсутствие жесткого диска заставляло постоянно сохранять все на дискеты, которые в то время надо было сменять друг другом. Так как Photoshop выйдет только в 1988 году, Джордану приходилось с нуля создавать все программы для рисования и работы с графикой. За этот год молодой разработчик переезжает в Калифорнию, чтобы работать в офисе Брадербурна и работает рядом с другими программами. Блять, Брадербунд. Чел не может прочитать уже который раз. Он сперва прочитал Брадербунд, теперь Брадербуннер какой-то вообще. Брадербунд написано, все же просто. Чтобы работать в офисе Брадербурна. Брадербурн теперь. И работает рядом с другими программистами и разработчиками.
Дальше Джордан придумывал мир принца, но название «Принц Персии» появилось позже и от издателей. Сам же Джордан назвал своего главного героя просто «Кид», то есть «пацан». Вот одна из многих зарисовок, которые Джордан сделал во время разработки. Тут объясняется механика прыжка. Пацан может прыгнуть на 2, 3 или 4 дольки, но никак не на 5. А вот эскиз проваливающихся плит и того, как они работают с плитами-кнопками. Были у Джордана идеи, которые не вошли в итоге в конечную игру, потому что их было слишком трудно запрограммировать. Вот эскизы разворота принцессы. Они тоже сделаны с кадров с видео. В этой роли выступила племянница одного из сотрудников, Брадер Бурна. Так. Вот еще одна сюжетная линия, которая так и не попала в игру. Мэкнер построил специальную программу создания уровней для своей игры. Он хотел, чтобы люди сами могли строить подземелья, соревнуясь, кто окажется в этом хитрее. Мэкнер рассказывал в своем интервью, что где-то в это время вся работа в офисе неожиданно остановилась. Компанию прислали игру из СССР с предложением выпустить ее на американском рынке. Это был Тетрис, и он понравился всем. Только программа была написана для PC, а у большинства работников офиса стояли компьютеры Apple II. Но это никого не останавливало, и один из программистов за пару дней переписал Тетрис для Apple, и весь офис несколько недель только и делал, что играл в него. Хотя впоследствии выпускать игру Brother Bird отказался, решив, что никому, кроме программистов, заумный Тетрис понравиться не может. В конце 1987 года Мэкнеру позвонили из Голливуда. Там прочитали его сценарий и хотели поговорить. Заумный Тетрис. Быстро нашли заинтересованные продюсеры и даже режиссер. В результате ничего так и не вышло. Но создание игры было отложено на несколько месяцев. В 1988 Джордан решил закончить игру как можно скорее. Он писал ее под Apple II, систему, которая стремительно уходила в прошлое. Еще пару лет, и «Принц Персии» некому будет покупать. В том же году Джордан понимает, что его творение получается очень красивым, однако совсем не интересным. Ведь изначально «Принц» был задуман как пазл, в котором герой бегал по пустым подземельям, решая головоломки и избегая ловушек. Но у него не было врагов. Да-да. Те прекрасные сражения на мечах, за которые мы в детстве любили эту игру, изначально не планировались автором. Зато с помощью своего создателя уровней он наклепал аж 50 штук. Представляете себе игру, состоящую из 50 уровней, но абсолютно лишенную противников. Мэкнер понимает свои ошибки и решает радикально укоротить игру, а также добавить для своего принца противников. Это означало, что надо рисовать новых человечков. В каратеке Мэкнер для всех врагов использовал то же туловище, что и для главного героя, просто заменяя им головы. Но пацан был очень своеобразным персонажем, и не хотелось населять подземелье его двойниками. Хотя первый противник все же стал именно им. Мэкнер придумал принца двойника, отчасти потому, что мог использовать уже существующую графику. Один из сотрудников подсказал, что двойник должен выпрыгнуть из зеркала. Но как сделать охранников, с которыми будет сражаться главный герой? Игры уже были полны врагов, которые стреляли ракетами и прочими снарядами. Но настоящее сражение на мечах такого раньше никто не делал. Как я уже сказал, Мэкнер был перфекционистом. Его принц, свешиваясь с потолка, слегка раскачивался. И надо было, чтобы сражения работали также правдоподобно. Джордан нашел то, что ему требовалось в старом фильме «Приключения Робин Гуда» от 1938 года. В нем, ближе к концу, есть сцена, в которой герой сражается на мечах с главным злодеем. Ней Мэкнер нашел 6-секундный отрывок, когда противники, снятые как раз с нужного ракурса, обменивались ударами. Обработал эти кадры, как и все предыдущие, и получил нужный результат, из которого потом вышли запоминающиеся и правдоподобные сражения. Прикольно. Кстати, парень в черной рубашке и белых штанах с палочкой вместо шпаги, сам Мэкнер, вспоминающий свои школьные уроки фехтования. Последнее, что надо было сделать, это придумать, как будет выглядеть упаковка. Вот один из эскизов Мэкнера. В роли принцессы он видел Дайан Лейн, а принц, до сих пор называемый пацаном, должен был походить на Киану Ривза. Прикол. В 1988 эти звезды выглядели вот так. А это результат. С такой обложкой игра вышла наконец в 1989 году. Как видите, типажи актеров тут не очень угадываются. Уверен, большинство из вас никогда этой обложки не видели,
так как игры мы в то время не покупали. Я тоже впервые увидел ее уже при подготовке этого материала. Для меня главная картинка принца всегда будет выглядеть вот так. Игру выпускают изначально на Apple II, который к тому времени уже почти сошел с рынка. Продажи были, мягко говоря, не очень. Мэкнер уже было начал думать, что зря выкинул 4 года своей жизни. Однако в Brotherboard были неплохие программисты, которые переписывают игру на PC. Именно в такой форме мы ее и увидели. Правда, на этой платформе она продавалась тоже так себе. Зато, как оказалось, отлично копировалась. В итоге, настоящий коммерческий успех принца пришел от зарубежных продаж и версий, сделанных под игровые приставки. Игру переписали под все системы того времени. Пожалуй, единственной более адаптированной игрой, созданной в 1980-х, был только Тетрис. Интересно. Ну блин, а что дальше-то было интересно? Уж как там дальше все пошло? Да, то есть она же, по-моему, больше всего в нее играли на каких-то вот этих, блядь, геймбоях, всякой вот этой вот поебени. Ну окей, буду знать. Спасибо за донат. Кто там это? Иоганн Пизда.